И снова всем здравствуйте. Сегодня хочу предложить вам очередную песню Владимира Семеновича Высоцкого, которую многие помнят по фильму «Вертикаль». Называется она «Прощание с горами». Я хочу ее приурочить к сегодняшней дате, 25 января. Если бы Владимир Семенович был жив, ему бы сегодня исполнилось 80 лет. Итак, «Прощание с горами». В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда, мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, До новых встреч, дорогие мои!